як ранок розпочнеш, так день і пройде. Наш з вами ранок розпочнеться дійсно позитивно та радісно. Вже сьогодні ми розпочинаємо нову телепрограму «Чай чи кава». Першим гостем до нас завітала Еліко Маркелія. Це неймовірна жінка, з якою ми зараз познайомимося ближче. Еліко Русланівна, я вітаю вас. Доброго ранку. Еліко Русланівна, розкажіть нам детальніше про себе. Я родилась в Грузії. Это города Чемчира, село Илори. Это Абхазия. Ну, сегодня это оккупированная территория Грузии. До 18 лет я росла в Грузии. А Чемчира – это для меня самые такие прекрасные воспоминания. Грузия – это именно та страна, которая привила мне любовь к окружающим, любовь к жизни. Потом я приехала учиться в город Херсон. Чому саме Херсон? Як взагалі ви потрапили до Херсона? Мой отец вообще наполовину украинец. Он родился в этом городе, и когда была Великая Отечественная война, у него погиб отец на фронте, и моего отца воспитывали грузины. И он женился на грузинке. Естественно, прошло определенное время, он захотел найти своих родителей. И маму нашел, она была в Херсоне, мы приехали в Херсон. И первый раз, когда я ступила на порог нашего города, прекрасного Херсон, я повернулась и сказала моему отцу: «Папа, я буду жить в Херсоне». Он мне говорит: «Я с самого детства видел в тебе корни, говорит, украинские, и я знал, что ты будешь жить именно на Украине». Вот она так и осталась. Вас достаточно часто называют украинскую грузинкою, так? Батьківщиною для вас Україна стала? Я говорю, що у мене одне серце, але дві родини. Для мене Херсон став огромною моєю сім'єю, і, звісно, моєю второй родиною, тому що в Херсон мені дав іменно то, что я сейчас имею. В Херсоне, благодаря моих друзей, моих знакомых, я стала личностью, я смогла реализовать себя. И именно Херсон меня сделал таким, я думаю. Поэтому я очень сильно люблю мой город и также мою Грузию. Еліко Русланівна, наша программа называется «Чай чи кава», тож запитання. Ранок як розпочинаєте, з чаю чи кави? Я утро починаю з чаю. Потому что я, когда просыпаюсь первым долгом, я благодарю Господа за прожитый день и прошу всегда благословения на день грядущий. Ну, прежде чем встать, естественно, у меня просыпаются мои деточки, я первым долгом обязательно их обниму, поцелую, скажу, какие они у меня красивые, потому что это самое большое счастье, которое есть в жизни. Ну, а потом бегу-бегом на кухню, нужно готовить, собирать младшенькую в школу, готовить ей завтрак, и, естественно, мы начинаем его с чая. Но не просто с чая, а именно чай такой травяной, там, фруктовый, и мы это все собираем у себя в огороде. Мы зараз сидимо в ресторані Илори, це ви директор цього ресторану. Як виникла ідея ось заснувати, зокрема, такий ресторан грузинської кухні? Для мене місце, де я родилась, це місце дуже свято. І много чого мене зв'язує з моїм містом, і я не просто так назвала Илори. Илори – це в тому місці, де я родилась, є така церква 11 века. Церковь, з якою мене зв'язує дуже положительные воспоминания, и история такая очень интересная. Поэтому я решила здесь назвать свое кафе Илори, принести ту любовь, которая у меня была там, в том месте. Да? И я захотела, чтобы каждый человек, приходящий в наш Илори, ощущал семейный очаг, добро, любовь. И он уходил отсюда, наполненный всей той энергией, которую мы можем ему передать. Илори для меня – это святая всех святынь. Вы знаете, была такая история в моей жизни, очень интересная. Мои родители еще в советское время занимались инкубаторами, там ездили в Россию, привозили курей. И как-то так вот приехали они с России, и когда перебирали маленьких цыплят, моя мама взяла, мой двоюродный брат взял и выкинул одного цыпленка. И они сказали, что он уже умер. А я как раз в этот момент пробегала, на улице был снег, и услышала, как он пищит. И я его подобрала, и он оказался живой. Прогрела я его на батарее. Цыпленок вырос, вырос огромным, красивым петухом. Настолько был красивый, и у него хвостик был радугой. А моя сестра тем временем уже вышла замуж, и у нее родилась старшая дочь. И она очень сильно заболела. Года два она лежала, лечилась в больнице. Когда она пришла со слезами на глазах, она сказала, что
врачи нас выписали домой, потому что ребенок больше жить не будет. И выписали их домой, чтобы ребенок дома умирал. Представляете, мое состояние, состояние всей нашей семьи. И в эту ночь, ложась спать, я говорю: Господи, я вот как сегодня помню, впервые у меня тогда вот вырвалась такая молитва, что: Господи, подари этому ребенку жизнь. А в тот момент самое дорогое, что у меня было, это был мой петушок. Потому что меня никто дома не мог поругать. Он кусал всех. На меня никто не мог повысить голос. Это было, ну не знаю, я с ним ходила гулять, как с маленькой собачкой, спал петушочек со мной. И я сказала, что я пойду в церковь и пожертвую петушочком ради здоровья этого ребенка. Я вам хочу сказать, что мы на утро вместе с моей сестрой, с ребенком вышли на улицу 1,5 километра от моего дома до моей церкви. Я на коленях прошла эти 1,5 километра. У меня до сих пор есть шрамы, у меня кровоточили колени. Вы знаете, машины, которые ехали навстречу нам, они все останавливались и все молились. Все просили у Бога: Господи, что ж такого случилось, что этот ребенок вот так вот идет. И когда мы пришли в церковь, там уже не было мест, столько было там народу. И мы привели ребенка, привели петушка моего родного. Естественно, прошел там обряд, молебен, все. И вы знаете, я не знаю, поверите вы или нет, но есть свидетель живой, это моя сестра, что когда в течение целый день молились, все люди молились, ни один человек не уехал, практически было остановлено движение. Все заходили в церковь, все были свечами. И когда ребенка взял батюшка вот так вот на руки и поставил, и говорит: забирайте вашего дитя. И ребенок сделал шаги навстречу матери. И это было чудо, которое свершилось именно тогда и там. Для меня эта история очень такая волнительная, и я после этого, для меня и Лори, это все самое святое, что связано с этой церковью. Вот поэтому я думаю, что именно ту энергетику, те исполнения желаний я перенесла вот сюда, на мою вторую родину. Ліко Русланівна, а зараз чим ви займаєтесь? Зокрема, я знаю, ви задіяні в багатьох проектах, це які більш пов'язані з дітьми, так? Чем сама занимаетесь? У меня очень, так есть, мое любимое дело, это детки, мои детки, которых я очень сильно люблю, и мои дети-инвалиды, которыми я занимаюсь уже много лет. И вы знаете, когда видишь плоды своих трудов, я горжусь своими воспитанниками, детьми, которыми я когда-то смогла протянуть руку помощи. Это мой Виталя Булочка, Витя. И я горжусь, что он становится с каждым днем все известней и известней. Также я очень сильно горжусь моим Виталиком Проньком. Этот парень прошел тяжелый тернистый путь и достиг таких высот. Сегодня вот он уже актер, актер великого большого нашего театра имени Кулеша. И для меня это огромная радость, и я этим живу. И знаете, самое главное, когда у тебя есть... Вот вышел ты на улицу, а вокруг тебя окружает то все самое светлое, самое яркое, что ты любишь. И, наверное, когда жизнь начинается, утро начинается с любовью и от всего сердца, наверное, это утро и день так проходит, и жизнь так проходит, да, интереснее. Но у меня нету времени просто сидеть дома там или думать о чем-то. Я все равно себе найду какое-то занятие. Сейчас у нас открылся проект «Маленькие кухари». Это грандиозное шоу. Грандиозное, да, шоу. Детки замечательные, великолепные. У них много, можно многому научиться. Настолько им это все интересно, азарта так много. Как взагалі идея виникла у створення, зокрема, останнього проекту «Маленькі кухарі»? Вы знаете, был третий Черноморско-Балтийский форум в нашем городе Херсоне, и тогда приехало посольство Грузии, консульство Грузии, и мы вместе с мирским головой подписали такой проект открытия школы грузинского танца в городе Херсоне, над которым мы сейчас еще работаем, и также открытие проекта «Маленькие кухари». Естественно, я с огромным удовольствием это приняла. Мне как главу грузинской диаспоры пригласили, и я участвовала при этом. И для меня это было какое-то новое открытие, новые горизонты. И я давно уже мечтала детей повезти в Грузию, показать, как там чтится дедушки, бабушки, семья, насколько она важна. И я очень сильно хотела, чтобы наши дети именно это узнали. Что такое пища? Пища – это именно то, что дает нам Господь Бог. И каждый человек, готовя эту еду, он должен туда вложить самый важный ингредиент – это свою любовь. И тогда любая пища будет волшебная. Ліко Русланівна, а кто вы по гороскопу? Такая активная женщина. Чи впливает это как-то на ваше самопочуття? Вы знаете, я по гороскопу рак.
Но я бы не сказала, я даже никогда не обращала на это внимания. Мне говорят, вот бывает же вот тяжелые дни там, или там бывает же вам плохо, но не может же быть всегда хорошо. У меня есть один такой волшебный секрет. Я раскрываю моё вот. Да, я этому учу и своих детей. Я говорю, дети, давайте так. Вот, мам, ну что там, вот будет плохо, да, например, там предчувствие какое-то, например, что-то там настроение плохое, давайте о плохом подумаем завтра. Сегодня у нас есть хорошее, а вот когда мы все хорошее сделаем, потом уже будет время подумать о завтра. Ольга Руслановна, я знаю, что вы были в минулій каденції депутатом Херсонської міської ради. Які головні здобутки за той час, і як би ви оцінили роботу ось депутатського корпусу цього скликання? Ну, ви знаєте, да, коли я була депутатом городського совету, мені кажется, тоді було більш проще, і мені кажется, що тоді ми как-то знаходили більше общего языка з кожними колегами моїми. Я хочу даже воспользоваться таким моментом і сказати всім огромное спасибо. Благодаря того, що я була депутатом, я сумела достичь, у нас 10 дітей мають своє жильё, дітей-інвалідів. И для меня это очень большое достижение. Мне удалось обеспечить 12 детей-инвалидов рабочими местами. И по мелочам, для меня самое большое достижение, которое я сделала, именно вот эти детки. Все остальное я уже как-то уже и позабываю, но много было труда вложено. Но я вам хочу сказать, что на моем жизненном пути мне еще не встречалось ни один раз такого, чтобы там, я шла, там, просила о чем-то вот, помочь. Нужно вот так вот сделать, да, чтобы мне сказали слово «нет». Не было такого. Наверное, потому что каждый человек ощущает, с какими намерениями ты подходишь и чего ты от этого ждешь. Если намерения искренние и чистосердечные, без всякого злого умысла, я думаю, что все эти вопросы решаемы. Наверное, и в этом созыве у меня просто не было такой ситуации сейчас обращаться как таковой, но он... Наверное, так же самое эти депутаты хотят изменить что-то, трудятся. Очень тяжело. Сейчас время такое, очень тяжело. Вот, поэтому вот так вот. Как ваша родина относится, зокрема, до такой активной вашей житевой позиции? У меня две дочки. И вы знаете, они меня обои поддерживают. Наверное, мое вдохновление – это мои дети, и я ими горжусь. А моя маленькая дочка, то она вообще, она, наверное, меня копирует. Она то вот это, да, она такая, как я, ей это все интересно, и ей вот что-то новенькое, тогда ей веселее. А если мы, допустим, хотя бы один день чего-то мы не делаем, ей уже грустно, ей уже скучно. А старшая дочь у меня офтальмолог. Вообще она учится в университете на фармацевта, провизор-фармацевт. И я, конечно, очень сильно горжусь тем, что мои дети вот сами добиваются всего, чего они хотят. Ну, и они мое вдохновение. А как с особистым життям у вас? С особистым життям у меня муж умер уже 8 лет назад. Вот. И я одна воспитываю своих детей. И, вы знаете, наверное, нет времени задуматься о том, что там дальше? У меня, я, наверное, себя реализовываю именно в своих проектах, в своей жизни, своих детьми, своей семьи. Вот так вот. Ольга Руслановна, наскільки мені відомо, ви ще й волонтер, ви дуже довго і багато допомагали нашим військовим, навіть закривали цей ресторан, щоб весь час допомагати, зокрема, нашим захисникам. Да, війна для мене это дуже серйозно, тому що я пройшла в Абхазії. В 92-93 год эту войну. И я знаю, что такое слезы матерей. Я знаю, когда гибнут дети, насколько это больно. Вы знаете, когда в Абхазии была война, над нами летали самолеты и бомбили. И мы, когда убегали, мы смотрели, как бомбы вот за километр, за два там падают и погибают наши же ребята. И Украина, наверное, была одна из единственных, которая протянула в то время руку помощи именно Грузии. И тогда вертолетчики украинские спасали грузинских детей. И когда я приехала в Херсон, и вот тут начались тоже военные вот эти действия все, да, я дала себе слово, что я всегда буду рядом с нашими украинскими солдатами. И у меня, и у моих друзей, нас очень много здесь было, была вера стопроцентная в то, что сейчас вот все, что у нас есть, мы отдадим во имя мира. И настанет мир очень быстро. Поэтому мы как-то собрались, у нас много, у нас было 15 человек, моих друзей, которые сразу же мы собрались у меня и приняли такое решение, что
что мы сейчас скидываемся деньгами, кто как может. Вы знаете, было самое интересное, когда люди приносили золото, мы сдавали его. Многие хотели купить себе дом и отказались от покупки дома. И эти деньги принесли, мы вложили. И тогда у меня оставался единственный выход – продать оборудование нашего кафе и тоже вложить, помочь нашим военным. Мы тогда собрали деньги, 1,5 миллиона мы тогда собрали. Это не маленькая сумма была, это с первого раза. И мы поехали, купили ребятам формы, берцы. Мы купили, начиная с кевларовых касочек и заканчивая носочками, мы полностью одели ребят. Потом мы одели наш батальон «Херсон» тоже. Многим купили здесь кевларовые бронежилеты. Но когда мы это все делали, мы были 100% уверены. Вот еще неделя, две, и все, не будет этой войны. Все, оно закончится. И для нас это было, наверное, самое такое... И вот так вот мы закрыли свой ресторан. 2 года мы не работали, естественно, потому что не было уже возможности, не было финансов, и мы были все полностью поглощены в помощь нашим ребятам. Естественно, я приобщила сюда моих детей, школы. Вы знаете, наши дети, первоклассники, второклассники, они пекли пасхи. 2000 пасок мы отправили в зону АТО. Пасок, который приготовили деточки своими руками. Я просто командовала, говорила, но надо было видеть ихнюю любовь, ихнее сердце, ихнюю душу, которую они влаживали в эти пасхи. Вы знаете, у нас там мальчик был такой, Радомир, никогда не забуду, уже ночь, уже час ночи, уже все, надо уходить нам. А он мне говорит, а я еще тесто не доделал, говорит, у меня оно поднимается. Вы можете себе представить, дети практически до утра это делали. И когда я смотрела на них, я думаю, Господи, ну не может, чтобы в Украине не был мир. Настолько талантливые люди, настолько патриотическая страна, что я уверена, что нас ждет процветание. И мы будем одним из самых лучших. Такі гарні слова. Будь ласка, ваші ранкові побажання всім телеглядачам. Я хочу всем пожелать огромной любви. Без любви жизни нет. Цените каждое мгновение, которое у вас есть. Вы знаете, никто никогда не знает, что может произойти сегодня или завтра. Нет времени ругаться. Есть время обнять друг друга, поцеловать и идти красиво по жизни. Я вам желаю всем мира, счастья и любви. Гарного ранку. До побачення.